очень жалко, что военная реконструкция, он уже очень долго. Больше, чем полгода. Будут они все годами реконструировать. Мне кажется, тут просто скоро толпа соберется вокруг этой машины. Вы просто посмотрите, в каких она странах. Ох, ё-моё. Просто, просто конфет. Конфет. Сейчас у нас будет церемония чаепития. Это такое модное место в Лондоне. И все приходят пить чай. Каждый заказывает себе, какой хочет чай. Разные бутербродики к нему. Что написано? Это горячий, горячий шоколадный печенье. Еще вот это добавляет. Я не знаю, может быть, здесь просто не было мест. Нет, вообще. А, ну вообще, да, вообще. Традиция. Поэтому, я думаю, они предлагают завтра все зашли, потому что у них тут вот так бы, ну, чтобы больше было времени, чтобы люди могли поесть, но вообще я